Приветствую вас, и раз уж вы обратились психологом, раз уж вы, получается, не можете справиться сами с данной проблемой, с данным аспектом, да? То полагаю, что надо бы начать разбор вашей проблематики с того, а зачем, собственно говоря, вам парень? Чтобы что? Вот что, по вашему мнению, да, что, по вашему мнению, должен дать вам ваш парень? Какую функцию он должен выполнять? Откуда потребность у вас в нем такая вот? Я бы сказал, достаточно сильная потребность. Вот. Откуда? Понимаете ли вы, например, что при испытывании подобной нужды в молодом человеке, в парне, да, вы очень рискуете свои отношения подвергать определенным образом, то есть вы рискуете свои отношения как бы стремиться, значит, подстроить под тот образ, который вы видите, образ возможных отношений между вами. То есть вот, как вы говорите, что вам нужен парень, и если вы ответите сами себе на вопрос, зачем он вам нужен, то вы сможете также и ответить на вопрос своих потребностей. А вопрос ваших потребностей — это именно то, что должен удовлетворить вам ваш мужчина. Ну, по крайней мере, вот на данный момент, так как это видите вы. По крайней мере, на данный момент. Так, как это видите вы. То есть, что это значит по сути? Что это значит? По сути, это означает, что вам ваш молодой человек нужен для удовлетворения каких-то своих желаний, каких-то своих потребностей. Вам молодой человек нужен для того, чтобы вы смогли реализовываться, чтобы вы смогли реализоваться так, как вам хочется, чтобы вы смогли сделать свою жизнь такой, какая она вам нужна. Без, условно говоря, без преувеличений. То есть, по факту, что это означает, без преувеличения? По факту это означает, что молодой человек должен дать вам что-то такое, чего вам сейчас не хватает. И для этого вы отчаянно хотите его заиметь в своей жизни. Но давайте подумаем. Для чего он вам нужен? Ведь используя
его таким образом, вы волей-неволей подвергаете себя опасности, во-первых, вступить в зависимость от человека, и, во-вторых, вы рискуете человека, ну, скажем так, подавлять своими желаниями, не давать ему чувствовать себя свободным с вами. И возникает вопрос, если вы будете поступать так, то очень быстро ваши отношения закончатся, очень быстро ваши отношения завершатся, и вы просто-напросто потеряете своего молодого человека. Вы просто-напросто лишитесь его, и возникает тогда логичный вопрос, того ли вы хотите. Вот лично я думаю, что нет. Лично я думаю, что вы хотите, безусловно, не того. Лично я думаю, что вы как раз таки хотите того, чтобы молодой человек образовал вместе с вами пару, и чтобы вы были с ним вместе. Но тогда для этого необходимо, чтобы вы сами стали полноправным, самостоятельным партнером в этих отношениях. Без этого, без данных аспектов нельзя говорить о том, что ваши отношения будут как-то, хоть как-то продуктивны. Поэтому, во-первых, отвечаем на вопрос, зачем вам нужен парень, что он вам должен дать, по вашему мнению, вот. А во-вторых, отвечаем на вопрос, что я могу сделать для того, чтобы получить то, что мне нужно от, значит, моего парня. И тогда, когда, если вы этот вопрос проработаете, когда и если вы сможете для себя ответить на него, я полагаю, что вам куда меньше понадобится ваш парень, куда меньше у вас будет в нем нужда и потребность, и вы, собственно говоря, сможете меньше быть заинтересованным в том, чтобы он у вас был. И я полагаю, что тогда в этом случае вы снизите свою мотивацию с ним быть, вы снизите свою потребность в нем, и, соответственно, у вас появится возможность выстраивать отношения так, как вы для себя считаете нужным, то есть будучи свободны. А на данный момент, к сожалению, вы не являетесь свободной в отношениях, вы являетесь зависимой, и, к сожалению, эта самая зависимость, она лишает вас всякой возможности выступать сколько-нибудь самостоятельным, а самое главное, привлекательным партнером для других мужчин. Поэтому для начала ответьте себе на эти вопросы, потом постарайтесь
Надо сейчас подумать, что вы можете сделать для того, чтобы свои желания собственные удовлетворить и определиться с моделью, значит, своего женского поведения и определения критериев вашего будущего мужчины. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!